Всем здорово. Если вам когда-либо придет в голову идея открыть ремонт телефонов, никогда это не делайте. Посмотрите. Посмотрите, что носят ремонты телефонов. Вот это вот они хотят сделать. Просят сделать. Дальше идем. Идем дальше. Дальше хуже. Смотрим. Дисплея нету. Плата МИР 2. Дисплей мертвый. Тут память погорела. Sony 3 штуки одинаковые. Все биты в ноль. Вот это они хотят сделать. Вот тут маленько биты. Вот, вот, смотрите. И они каждый день будут ходить и ебать вам мозг. Вот, вот это сделать просят. Вот, станция такая. Вот, идем дальше. Вот это все они хотят сделать. Конечно, в итоге... Потом все вот это оказывается вот здесь. Вот здесь оказывается целая коробка, вот, который все это мусор. И вот тут. Но до этого они будут ходить и ебать вам мозг, чтобы вы им что-то сделали. Ну как? Как можно вот это вот? Тут не только дисплей, тут плата мертва. Плата мертва, ладно. Он еще и гнутый посередине. Nokia китайский сделать, новый. Не работает. Так вот, никогда не открывайте ремонт телефона, товарищи.